Санкт-Петербург. Город-легенда, город-тайна, мировой центр туризма. Люди из разных регионов страны мечтают переехать сюда жить. И Enmarket Pro помогает им обрести здесь свой дом. Этим летом у наших региональных партнеров появился шанс насладиться красотами Петербурга и поработать с Enmarket Pro. Активный отдых с пользой – такой подход нам близок. И в этом формате мы провели «Белые ночи» – первый тур для риэлторов из других городов. Да, идея с «Белыми ночами» на самом деле родилась внезапно. Мы очень давно хотели понять, каким инструментом воспользоваться для того, чтобы наших региональных партнеров посвятить и окунуть в атмосферу города, в атмосферу рынка нового жилья и показать им, что здесь может быть не совсем так, как они себе и их клиенты это представляют, а то, как это есть на самом деле. День первый и сразу интенсив. Какие новостройки будут интересны клиентам из других городов? Как провести кросс-региональную сделку? Если у вас есть клиент, который желает переехать в Санкт-Петербург, в Москву, в Краснодар, в любой другой город, где есть Enmarket Pro, вы можете действовать следующим образом. У вас есть система, да, у вас есть сайт Enmarket Pro, в которой собрана вся информация по всем рынкам, где мы работаем. То есть при переключении в другой регион вы также профессионалы можете оценить вообще рынок, что вы можете предложить клиенту, в каком ценовом сегменте, какие есть варианты, зависит от его потребностей. То есть все, что вы бы делали для своего клиента, то же самое будем делать мы. Первый образовательный проект для рынка недвижимости по всей стране – Академию Enmarket Pro – представила Татьяна Заварзина. Наш новый проект и первый продукт Академии – это базовый курс о рынке новостроек. Рассказали, в чем суть проекта и вообще в чем концепция, как будет происходить обучение, рассказали о том, какая программа ждет на базовом курсе, кто наши преподаватели, ну и, соответственно, что нужно сделать для того, чтобы стать участником, слушателем нашей академии. Но как можно предлагать новостройку и рассказывать о локации, если не видел ее собственными глазами? Живое впечатление никогда ничем нельзя заменить. Поэтому, чтобы даже, на примере скажу, чтобы продавать любую квартиру на вторичке, в нее надо влюбиться, а уж новостройку тем более. Чтобы рекомендовать своим клиентам и давать хорошие рекомендации, нужно понимать, о чем ты говоришь. Нужно это потрогать, нужно посмотреть локацию, нужно сложить свое личное впечатление о застройщике, и тогда это будет продаваться, конечно, совсем по-другому. Очень много полезной информации, но много я уже сама изучила на сайте Enmarket Pro, которые, в принципе, до этого я не знала. Я думаю, что за ближайшие 2 дня я еще больше узнаю. Впечатления просто шикарные. Нас познакомили с рынком Санкт-Петербурга. Рынок очень обширный. Есть что продавать, самое главное. Специалисты Enmarket Pro поделились знаниями, и наша группа отправилась в поля, чтобы перейти от теории к практике. Предстояло изучить 12 жилых комплексов от разных застройщиков. Мы представили объекты разного класса с перспективами к продаже в регионах. У людей порой, когда окраина, новостройка на окраине, это сразу какой-то в голове сумятица, как добираться и так далее. Мы сегодня посмотрели ультра этот комплекс, 3,5 километров от станции метро, и тем не менее квартиры уже продаются, уже заселяются, уже сдаются, то есть они востребованы. На самом деле запомнилось очень многое. Настолько масштабно расширяется город Санкт-Петербург, что это просто по картинкам и по видео каким-то не представить. Это нужно видеть вживую, и сегодня то, что мы охватили такой большой район на окраине города, это, конечно, поражает, потому что такое количество жилых комплексов, ну, в нашем регионе не встретите. Решили не пропустить возможность белых ночей. Очень важно вот передать свое отношение и передать тот позитив от объекта, который должен помочь клиенту определиться. Мы в Петербурге бываем довольно часто, да, ну, год, может быть, 2-3 раза. И у нас здесь вот в чистом небе тоже квартира. Сотрудники Enmarket Pro тоже получили ценный опыт работы гидами по новостройкам. Пришлось изучить довольно много материала, чтобы профессионально ответить на все вопросы об особенностях объектов. Это был мой, на самом деле, первый опыт, я не буду скрывать. Он был для меня очень ценным. Вот. Я очень долго к нему готовился. 5 минут начала презентации, просто шквал вопросов. Презентация шла порядка 2 часов, и
все это время они задавали вопросы, наши коллеги, партнеры. И на самом деле это было очень приятно получать обратную связь и отвечать на эти вопросы, давать им знания. За три дня гости открыли для себя все тайны северных и южных объектов Петербурга. Они уезжали, готовые начать продавать их немедленно. Все замечательно, была моя мечта, и вот она сбылась благодаря вам, поскольку, ну, у нас в жизни бывают обстоятельства такие, то одно не складывается, другое, а вот это вот просто подтолкнуло к тому, чтобы и посетить город, и узнать о новостройках. И мне очень нравится проект этого, вот, этой встречи всей, то, что мы общаемся между коллегами, вся Россия практически, да, и очень много нового, и хорошего, и полезного. Погода замечательная. Тур замечательный, организация у вас прекрасная, и идея просто выше всяких похвал. Молодцы, что собрали нас всех, и молодцы, что занялись вот такой вот работой. Вся Россия продает Питер, это шикарно. По вашему приглашению откликнулся практически сразу, потому что екатеринбуржцам Санкт-Петербург очень интересен. Сюда многие переезжают, перевозят детей и инвестируют. Сегодня увидели Балтийскую жемчужину. Я буду с радостью ее предлагать своим клиентам, потому что, ну, я вижу здесь достойный уровень и большие перспективы инвестирования. Живые встречи – не единственный формат работы с регионами, который разрабатывает N-Market Pro. Мы хотим все-таки еще в режиме онлайна показать нашим партнерам, проводить некие обзорные вебинары тоже по регионам, по городам-миллионникам, под запросы клиентов, которые обычно приходят риэлторы, ну, в формате «мой сын едет учиться в Петербург, Москву, Екатеринбург там, да, или Казань, мне нужно ему что-то купить». Через такие кейсы мы хотим все-таки показать партнерам рынок недвижимости, а не просто рассказать, да, какие там застройщики строят, потому что это и так, собственно, всем понятно, достаточно открыть интернет и прочитать. Эксперимент оказался успешным. Теперь эстафету подобных туров, мы надеемся, примут другие города-миллионники с представительствами N-Market Pro. Краснодар, Москва, Казань и Екатеринбург – крупные центры с множеством агломераций, перспективные с точки зрения агентского рынка. Настало время раскрыть всем желающим тайны местных новостроек.